С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции многие государственные учреждения перешли на дистанционную работу и временно ограничили личный прием граждан. Славянский многофункциональный центр будет оказывать услуги гражданам только по предварительной записи. Всем, кто ранее оформил предварительную запись, необходимо записаться повторно. Результаты услуг будут выдаваться в порядке живой очереди, ограничивая количество заявителей в зале. Предварительную запись можно оформить в контактном центре по номеру 8 800 30 23 444 или через единый портал многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в интернете. В выбранный день заявителю рекомендуется прийти в МФЦ за 10 минут до и не позднее 10 минут после назначенного времени и предъявить работнику информирование, присвоенный код предварительной записи. В случае неявки к назначенному времени записи или опоздания более 10 минут, талон аннулируется. В помещение МФЦ заявители для сдачи документов без предварительной записи не допускаются. Работу с личными обращениями граждан также ограничили Славянские электрические сети, Водоканал, Горгаз, Газпром, Межрегионгаз, а также государственные учреждения, Пенсионный фонд, Налоговая администрация. Все возникающие вопросы необходимо решать по телефону или на сайте организации. Меры носят временный характер. Также с сегодняшнего дня постановлением главного санитарного врача Краснодарского края кинотеатры, боулинги, фитнес-центры, ночные клубы, игровые комнаты и детские развлекательные центры, досуговые площадки и фудкорты должны прекратить прием посетителей. За нарушение владельцы будут привлекаться к административной ответственности.